что они уже маску дают, да? Да, у меня. Алекс, нет, я впереди сижу. А ну-ка вылез. Скотин. А. Окей. Рон у нас. Бляха, у меня игра залагала, и короче, мне теперь вместо звука двигателя детский гал. О, у меня так раньше было, это вообще кайфовая тема. Я в первый раз, когда так у меня залагало, такие я... Такие анимешные, я... А вы, блядь, вперед как... поехали, вы знаете, куда ехать? Нет, я просто выехал. Вот что ты сразу начинаешь, а? И там еще, когда разгоняешься все быстрее, они еще больше начинают орать. Да. Это бесит. Ты еще, на мотоцикле с этим не катался, когда с высоты падаешь, они прям так начинают орать, как будто прям в натуре упали. И минус. Ты с Твинтурбо ездил хоть раз, когда дети пищат? Не, я только на полицейских. Вот, а я с Твинтурбо ездил, это же жестко было. Я не знаю, что это вообще такое. Это файла какого-то, я не знаю. Не, типичная облава. Ну, опять в этом же месте. Сирену только выключите, а? Кто там такой умный, блядь? Это и наши, да? Верите, о, травка, моя, пацаны, моя. Да ладно тебе. Собираю только я и Бейкер. Пацаны, ждем 7 минут. Соберет кто-то другой дыму. В смысле соберет кто-то другой? Собираю только я и Бейкер. Ну, я соберу вас. Обычно ФБР собейте. Ты настолько жадный, да? Нет, тут просто так с РП стороны лучше выглядит. Давай 10% нам за прикрытие. Давайте я соберу и вам отдам просто. По кустику, а? Паладинов, бери вторую игру. Тут еще вторая есть. Две грядки, две по 7 минут. Можно сдать у Каюс там. Да блин, скажите ему, что нельзя, а? Нет у нас сейчас участки, все заняты. На крыше бандит. Где? Я не знаю. Кстати, да, он на крыше сидит. Какой? Как объяснить тебе? Где Эдвард? Крыша. Находится там крыша. Ну, за ним. Почему я в маске, а они все-таки просвечиваются? Что за бред? Рональд, ты зачем меня целишься? Или ты не в меня целишься? Мне кажется, там баллас немного удивился, он стоял, воздух бил. Почему бы и нет? У меня просто в МВДшке у коптера фиолетовое свечение, он бегал, бился фиолетовое свечение. Да в смысле, дай мне хотя бы один кустик собрать. Эдвард, что ты такой жадный? Сказал. Нет. Так, ну чё, лови на прививке. Ну чё, всё это, всё, что нам надо было, просто приехать собрать у них наркоту, чтобы она вам досталась вам и всё. Именно. Чтобы не нам досталось. Какие магнитофон, а? Да пацаны квесты просто делают, ты не понимаешь. Эдвард не делает квесты. Да, да все вы так говорите, квесты не делаете. Усток.
Я обещал вернуться, Эдвард, я вернулся. Не, едь давай на притон. Да не, я сейчас уже выходить буду, вы шо? Нет, так он сейчас едет на наркопритон. Не, он успеет. Да я выхожу, я пойду, в смысле, вообще из дома выходить. Во сколько ты придешь, как вчера? Думаю, поздно. Бейкер. Не ешь ее только. Верни. Что? Не ешь ее только. Кого? Тёлку, которая писала тебе, бля. А, да не, это была тёлка друга, в смысле. Не просто так же она тебе просто писала. Она сказала, что он не сможет меня уговорить, потому что он дурик. И потом она сказала, да, что... Она решила, что самостоятельно справится с этим. Самостоятельно сегодня, видимо, хоть отбавлять. Сделаешь ты еще собеседование, а я пойду, потому что, блять, у меня уже игра аж, блядь, голосами детей пищит. Можно что-нибудь собрать, пожалуйста? Space of 20. Чёткая облава, конечно. В натуре, я просто сижу в машине, чтобы она не пропала. Пацаны в МЮ, блядь. Работаешь больше всех. Ай-яй, тормози. Кто там? Я чё-то наверх. Так, ладно. Я все пошёл, все надо. Знаю, в баре напротив. О, блядь. Балас. Я на соседней улице, блядь. Здрасте. Забор покрасьте. Угу. Что тут у нас? Мы мы наркоту собираем. Класс. Ну, чтоб тебя сняли, просто понимаешь, да? Угу. Я не знаю. Господи. Олег, скажи ему, что мы сегодня сделали, чтоб его сняли. Что? Скажи ему, что мы сегодня сделали, чтоб его сняли. Да, там лучше не говорить. Я про то же, понимаешь, Паша? Все, хана тебе. Ну, заслеп лидера банды сразу же. А? Вы сами банду. Сливаем, оно само так получилось. Это ты думаешь, что мы тебе сливаем? Оно не, мы не сливаем. Чест еще дается. Пацаны, тут балос какой-то влез. Никуда он не влез, он просто стоит. Зачем вы в него стреляете? Ретарды. Стреляет, он входит. Он просто ходит. Он просто ходит. Не, его ничего не смущает. Там люди с оружием, патрульные машины. Все нормально. И он что-то еще орёт. Так это... Он крикнул. Суицид склад, блядь. А с другой стороны вам в спину уже стреляют. Так каждый день происходит в Украине. Боже. Прости. Дальняя рефреш есть. Дальняя рифа 18:00. Сказали через 10 минут. Ты уже чекал? Я так понял, у вас связные есть. Да. Че, скоро закончится эта облава? Давайте я вам помогу собрать, потом просто отдам вам. Эдвард. Я сказал, кто будет собирать, тупо хуярить буду и дыму. Жестко. Почему вот все,
Турно на ФБР такие все серьезные, серьезные, а на самом деле такие вообще не серьезные. Потому что когда как Роберт будет выебываться, а в итоге сидеть потом лучше. Либо у меня лагает, либо вы лагаете, я не знаю. У тебя лагает. Да и хрен с ним, так и надо. We were like this. Сейчас я поскорее выходить. Я понял, Пейкер. Маски одевайте у кого-то, кстати. На дальнюю едем. Блять, вот да, даже граммчика не дали собрать. Вот что мне потом подкидываете, а? Да тупо иди на ЦР. На ЦР знаешь, сколько продает? Блять, а мне впадло на ЦР еще стоять покупать. Да, блять, кто там один придурок ходит? Ой, чувак, блять. Блять, опять эти голоса детей, блять. Это сморфики, я обижаю. Супримчик, Питах и еще на личной машине. Не, ну конечно, кадр. Это агент ФБР, забей. Блин, он еще и медленный, вот ур... Двадцать минут ты чё гонишь? Ну а хер вас распускать, а потом снова собирать? Не, она тебе так надо? Не, ну, я... Ну, это еженедельно. Вау. Я что не за... смогу. У меня собес еще день, да? А где я? А ты тут на облаве этой, да? Ну да, вот на этой абраганской облаве. Короче, ты за главного, я пошел. Буду давать то, что да ладно тебе, не, я не хочу здесь оставаться, я тоже хочу уйти, между прочим. Шеф полиции зашел, вот он пускай отвечает. Все, давай мы его пишем, что Паша. А, мне вообще сейчас с собакой надо идти гулять, так что... Ну ебать, а, давай. Ролик. Мы можем ливать, я договорился. Так, Кенши, пока что ты тут остаешься, и ты за главного. Смотри за этими всякими, там, вот этими Данилами и всеми остальными, чтобы они ничего не делали. Ну и все, после счастья, здоровья, успеха, личной жизни, с Рождеством, Нового года, с Пасхой. Я пошел. А, кстати, Олег, прикол в том, что Паша все время у меня был тут, просто с выключенным микрофоном. Кайфово. Я тоже, давай.
Куда пройти, вяжите его. Тихо, не стреляйте так. Фрапсите эту тему, что он сбивает. А, он на крыше. Бейкер, броник. Где вы именно? Где вы именно? На дальней рифе. Да не помнишь, блядь, стреляйте, алло! Чай принесу. Еще один был. Вон он в маске, блядь, бежит. Блядь, у вас сержант, конечно, где-то. Постоит, блядь, ест. Я знаю, что он делает. Гоните его. Где именно? Стреляйте по нему. Это синий, да, квадрат? Нет, это балас. А, вы нам попали, что ли? По карте через два квадрата от респирифы вверх. Да. Ну, возле скейт-парка, короче. Ближайший к нему. Жесть, здесь вертолет увидеть. Подожди. Бейкер, подходи. Я у скейт-парка. Ну чё, блядь, под ГМом, алё? Нет. 55 хп. Сюда, блядь. От скейт-парка. А, мне еще крифт? Один лупит. Скейт-парка, вы ближе к рифе, балл? Ближе к рифе. Где еще этот бар? Тихо, по Бейкеру, блядь, только не стреляйте. Бейкер, отходи, блядь, лоу. Ган есть у кого-нибудь? Дайте мне дигл. Бейкер, есть дигл? У меня тазер. Блять. У меня есть, ко мне Тони Сока. Дай. Отлично, благодарю.
Вон она один. Минус один. А, вот он. Ближе к рифе выход. Блять, минус я. Заебись. У вас, блять, сержант тупо стоит, поел, блять, стал в АФК. Меня убили за час. Всех перемочили. Знаете, вот рифа сейчас в сети. Рифа до сих пор нет. Пауза закончена.